В одной из школ Славянска тушили пожар, детей эвакуировали. Как рассказала директор учебного заведения, загорелся чердак. В поджоге подозревают одного из восьмиклассников. Теперь его родителям грозит штраф. Жертв и раненых нет. Пожар сотрудники школы потушили самостоятельно. После этого ЧП спасатели намерены проверить соблюдение пожарной безопасности во всех школах города. Никаких ни материальных, ни каких-то ущербов, ничего нет. Все в порядке, занятия идут, продолжаются.